вы думали все, да? Не, нихера. Я продолжу. Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот. Это... Как эта игра называется, ё-моё? Mount & Blade, Warband, Mod, Blood & Steel. Я продолжаю выполнение задания по набору там каких-то... Там, 5-6, сколько-то там человек надо набрать, не знаю. Уже ночь на дворе, я все скакаю взад-назад. Я вот думаю, забегу-ка я... И сдам я всех этих... Ой. Ладно, уговорили. Иди сюда. Нет, нет. То есть он... То он хочет со мной драться, то он не хочет. Или они хотят все скопом со мной драться. Я так не согласен. Не то чтобы я... Что? А. Объявление войны. Королевство Нордов объявило войну королевству Свадия. Вообще плевать. Это вообще где-то находится где-то... Вот она Свадия. Вот они норды, и вот они, короче, гасятся. Ну, окей. Гаситесь, у меня тут свои дела. Я в пустыне бегаю сам за собой. Мне нужно... В город. Я хочу в город. Вот. Итак. Таверна. Отлично. Здорово. У меня есть рабы. Та-та-та-та-та. Интересуют? Он говорит, денег дай. Подожди. Давай лучше тебе их скопов всех сдам. Так, я получил 600, потерял 500. Итого я в наваре на 100 монет. Ну, это вообще ни о чем, конечно. Что у нас тут есть? Ты кто? Катафракт, эксперт. Нихера себе. Это типы такие, короче, на этих, на конях. А это кто? Сестра меча. Они вот так вот выглядят, значит, да? Сестры меча в этом моде. В оригинале они мне как-то больше нравились, наверное. Хотя, не знаю, румяная такая. Это кто? Дешави, знаем такую, знаем по Варбанду, да, да. Так, Катрина, такую тоже знаем. Какой-то трубадур, иди-ка нахер. Ransom Broker, бля, мне надо было вот ему сдавать этих всех моих придурков. Короче, я решил, что нахер. Сколько можно оттягивать, пошли. Замутим с деревней. Так, что мне надо с деревней? Награть волонтеров, да? Да ну нахер, давай лучше ее ограбим. Так, 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 так. Force the peasants, give you supplies. Peasants, крестьяне, ёпт, крестьяне. Я в прошлой серии сказал, что это рабы. Да не рабы, это крестьяне. Давай, нет, стоп, забудь. Сжечь все нахер. Да, сжечь все нахер. Они, короче, не согласны и хотят мне навалять. Ну давай попробуем, давай, давай, где вы? Иди сюда, да-да-да. Ну что там, красный какой-то тип там? Крестьяшки. Идите сюда, сволочи. Вы решили... Я супер-пупер разбойник. А что вы мне сделаете? Давай, давай, руби, руби, руби. Да вы лошары, вообще нихера не можете своими томагавками. Сейчас я просто в капусту буду рубить бесплатно. Я, блин, сука, прирожденный рыцарь, хоть и варвар. Точнее, барбаресса, блин. Моя летка сейчас вам всем вставит под первое. Так, а кто такая красная была? Это тетка так, что ли? Смотри, они немножко, конечно, наносят повреждения, но очень мало, очень мало. Очень мало наносит повреждений. До последнего рубимся, да? Смотри, уже все. Можно потренироваться. Оп, 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 давай. Так. Да блин, пошел ты в жопу, я не понимаю, куда ты хочешь ударить этим серпом хреновым. Так, все. Значит, я поубивал всех нахер и... Все, значит. Насилуем всех, грабим. Мне никто сейчас не придет из этих. Видимо, ему всем насрать на мою деревню. Этот вообще... Хозяина деревни, короче, поблизости не живет, я так понимаю. Я не против. Так, короче, мое отношение... А, вот, Айун Аусади. Короче, вот этот чувак меня теперь не любит, я понял. Но я получил 5000 динариев, и еще я получил кучу всяких плюшек. Вот это все еда, кстати, на небольшими буквами написано. Фуд. Я не против. Так, норм, да? Угу.
Хорошо, и у меня есть этот навык. Так, я хочу немножко трейд поднять. Могу я это сделать? Пожалуйста. Да, могу. Поднял единичку трейд. Хорошо. У меня еще один скилл поинт есть. Это я. Ты где-то у меня здесь. Как это называлось-то? Комбат тренинг. Вот это, да? Personal skill, да. Ом. Вот это я качаю. Так, чуть-чуть two-handed. Хотя смысла нет, наверное, надо кэноны все качать. Потому что я two-handed прокачиваю, когда дерусь. Вот. Поэтому, наверное, буду в будущем все в пушки вкладывать. В пушки. Ой, опять не ту кнопку нажал. Тут поворачивать вот так надо. А я привык, как в Total War. Так. Это кто? Султан Хаким. А, ну это ладно. Киргизский каганат был побежден, но убежал. Ну ладно, а кого, кто, че, с кем они гасятся-то? Хер его знает. Так, я хотел продать вообще все добро, то, что я... За сколько я могу продать? За 60 монет. А это за 1000. О, нормально. Так, это за монетку, за 600. Это что, L? L? Продаем. Какие-то краски продаем. Все. Это бедная была. Это амуниция. Это пригодится, пригодится. Потом оставим пока. Жрачка. Хотя, в принципе, некому. Итого мне сейчас дадут 9000 динариев. У него есть деньги? Да, у него 22 000 динариев. Отлично, я получил. Не надо приворахлиться броней-то, еп. Так, еще сколько это стоит броня? 17 тысяч, а у меня всего сколько? 16. Sister Heavy Plate. А выглядел бы я красиво. Да. Но... Денег нету таких. Так, а что я могу попроще-то взять? Вот, например, Бригандину 90, да? Так она не намного лучше, то Бригандина, чем то, что у меня. Ну, честное слово, она того не стоит. Но я могу взять, ну, там, я не знаю, перчаточки какие-нибудь, например. Сколько стоят перчатки? 5900. Вот, давай перчатки возьмем. Возьму перчатки. Это что? 105? Male, short, male, female. 8000. О, я могу вот это взять. О, да, неплохо, неплохо, да. Смешно, конечно, но неплохо. Маску могу вот эту вот взять. Вот эту вот. 6000 стоит. Я должен заплатить 14. Нет, она у меня уже не поместится. Но я, ну, хоть что-нибудь получше-то надо взять. Вот викингский, например, шлем. Вот так вот. Что за бомж? Не. Не пойдет. Так, 14. Так. Ну, давай вот так, чтобы мне проще было. Сколько у меня осталось? 2000. То есть у меня что-нибудь такое. Бичевское на 2000. Ну, вот такую, например. 130 хед армор. Ну, это же лучше, чем 80, правильно? 2131. Тут как раз. Во. Во. Ну, я теперь могу выносить толпы, блин, этих, как они называются, бомжей. Где они сейчас? Дайте мне хоть одного сейчас как найду. Нету, что ли? Я пойду еще одну деревню ограблю, блин, чё. Если нету никаких этих бандитов. Лутенберн, чардж всех. Вот так вот, я буду всех грабить. Смотри, какая злодейка. О, класс же. Я еще подобрал эту хрень. Как она называется? Кольчужку, да? Для сисек. И еще, ну, шлемак такой, похожий как раз. Где все? А, вот вы где. Здорово. Что ты сейчас мне сможешь сделать? Смотри. Бам, 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 бам. Крестьяшки, блин, отдавайте до все добро, что у вас есть, буду вас рубить бесплатно. Надо мне какую-нибудь пушку купить уже, чтобы просто так, в их сторону, и все. И никого нет. И все мертвые. А то их рубить, блин, тоже, что это, дровосек, что ли, я не знаю. Они ничего не могут мне сделать. Это просто разорение деревни, просто беспощадное разорение. Сука. Но они, видишь, они на меня агрятся, потому что я один, как бы, без армии, там все такое. Когда у меня будет армия. О, ты смотри, мне кто-то попал. Кто-то втащил мне. Так, слегонца. Смотри, еще раз втащили. Ладно, я немного отступлю, так уж и быть. Так. Вы до сих пор не испугались? Может, вы заплатите? Нет, что вы свои крохи? Или для вас это все равно смерть? Я так понимаю, да?
Все, в общем, всех убил, конечно, жалко их и все такое, но, блядь. Мне нужнее деньги, я, понимаешь, так, этот, не хочет со мной сразиться случайно. Я пока таких не одолею, бичей, они меня как навтыкают по башке. Я могу только деревенщин всяких бить. Фу, я же думал, это по мою душу. Окей, так, забираем все добро. Вот так вот. Воруем, грабь, убивай, насилуй женщин и детей. Так. Ты куда идешь? Не по меня? Нет? Нет, вроде. Как, кстати, там у нас поживает этот... Вот она, Черная Империя. Black Fortress, Risen Edge, Hammer's Fist. Это вот, короче, вот эти вот... Города мертвых, которые мне предстоит в будущем завоевать. Ну, наверное. Надо только армию собрать. Я пока, видишь, даже не... Даже армию не собрал, чтобы какого-то лорда местного убить. Куда мне идти на этих самых, на мертвых? Они там вообще, короче, угорают. Просто всех мочат. Еще увидим, как они пойдут, блин, один за другим государство захватывать. Итак, сейчас мне 15 косарей дадут. Отлично. Есть какой-нибудь меч получше? Это что такое? Флембард. Какой-то, короче, ну, флейм от, видимо, от пламени, да? Значит, сколько он рубящее, точнее, свинг, ну, то есть, да, рубящее, 120, а этот 110. Так он совсем чуть-чуть лучше, рост, это тычок, 60p, 50p. Это аркебуза и какая-то херня, а, ну, я понял, это древковое оружие. Бастард Сворд даже хуже, чем мой, да? Нет, чуть-чуть лучше, 120, 50, weight. Так, скорость 110, reach 115, длина. Ну, этот, кстати, Bastard Sword подлиннее, чем мой. А этот сколько? Рич 180, он намного длиннее, вот этот вот меч. Свинг 120, чуть-чуть сильнее. Он чуть-чуть сильнее, Вейт 6, Speed Rating 125. А, он еще и быстрее. Слушай, я хочу. Он у меня есть как раз вот. Этот я возьму, пока оставлю себе, как запасной. Ну зачем его продавать? Он все равно копейки стоит. А этот пускай у меня в руках будет, блин, такой хороший. Я должен заплатить 7000, да? Это для пушек как раз. О, ручные гранаты, кстати. Кстати. Ну-ка давай возьмем ручные гранатки. Так, этот я пока уберу вот сюда. В рюкзак, чтобы мне не мешал. Можно вручную кидать. Бэх. Так, пока что я не вижу этих... Пушек не вижу. Должно быть написано Canon Ammo. Вот я вижу тут Bullets написано, Аркебуза. Это как бы Firearms, это, ну, не очень интересно. Вот, а мне нужна пуха. Пуха. Нету пухи? Скеметар это нахер. Кстати, я не купил себе никаких этих сапожек-то, ёп. Давай хоть сапожки-то возьмем. Так, что у нас тут есть? 80 лэк армор, это 10 лэк армор. Это сколько стоит? 2500, да у меня есть как раз. О, нормально. Ну, лошадь мне пофиг. Какая-нибудь дохлая кобылка, пускай будет, и ладно. Норм? Ну, вроде. Сколько у меня? 8 тысяч осталось? 140, 80, 140, 120, 60. Так вот это лучше Геральдик Мейл-то. Гораздо. И выглядишь по-человечьи, а не как какая-то коза. 12 тысяч ты должен заплатить, блин, нет, у меня столько нету. Ладно, пошли, будем пока в синей этой канители ходить. Что делать? Что там у нас, кстати, караван мастер? Стой. Блин, ушел, ну ладно, я думал, может караван пограбить, грабить корованы. Давай с кем-нибудь уже сражаться, где какие-нибудь враги? Или мне... Предлагает еще одну деревеньку ограбить. Ну давай еще одну ограбим, ладно, окей. Это ж быстро, это ж недолго, это ж там крестяшек порубать, что там. Заодно гранаты испробую. Take hostile actions, loot and burn, charge. Всех убить. Ой, у меня, кстати, новый меч, сейчас все испробуем, короче. Новый меч, ебать, какой он длинный, вы посмотрите на это. Охереть просто.
Могу вообще реально в недосягаемости от всех рубиться. Издалека. Чпоник, 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 чпоник. Смотри. Да-да-да, они вообще до меня не достают. Ха! Так. Ха-ха-ха. Нормально. Чуть далеко кинул. Все, нет больше гранат, кончились. Ну ладно. Повеселились и будет. Ну, тетки, вы-то куда? Идите, блин, молоко дойте, я не знаю там. Куда вы с серпами лезете? Увидите, кто пришел вообще, блин. Вы что, не понимаете, что это судьба ваша, бляха? Давай все, что есть. Good and burn. Все умерли или еще кто-то хочет? Еще кто-то хочет? М-м-м. А, ты? Ну. Ты последний, гаврош. Все. Давай так. Давайте все добро. Где? Эмир Нуан. Не знаю такого. Где они все лазят, я понять не могу, вот что интересно. Они должны защищать свои деревни, но они где-то там сражаются, видимо, с мертвыми, пока я их граблю. О, это эти пришли, как они называются, лутеры. Решили, что они меня достанут. Ну, давай, давай. Кстати, сражаемся, опять же, в деревне. То есть, получается, что они типа как будто бы спасают, что ли, деревню. Грабители спасают деревню. Охереть вообще. Ну, где вы там? Ну давай попробуем на таких более-менее. Те, которые хоть посражаться как-то могут. Да ну надо вообще с этим мечом тут просто, блин. Какая-то мясорубка, блин, реально. Тем более я в такой броне. Ну это не самая крутая броня, но все равно. Против вот таких вот бичей голожопых это просто, блин. Уровень за уровнем идет просто. Толпу выносит один воин, блядь, варвар. А, сука. Больше всего, конечно, меня радует то, что я могу оббежать их как хочу. И убить кого мне надо, блин. Например, вот этот, или вон тот, или вот этот в белом. Ай, не получается, вот этот в белом, вот этот. Смотри, ну ты свои. Думал, я тебя сверху ударю, да? А я сверху и ударил. Все? Кто еще? Я ж не против, подходите. Так, всех убил. О, фермер. Забавно, зачем он мне нужен? Ладно, давай наберем то, что есть. А, что это? 60. Сколько стоит? Ну, какая-то штука, вроде что-то стоит. Ладно, заберу самое дорогое, сам все остальное оставлю. Че, пауза-то, я не понял. Do you wish to continue? Хотите вы продолжить, да? Да, хочу продолжить, давай. Хочу продолжить. 5000 я просто так взял. Собираю все остальное. А, че, у меня уже нет места, что ли? Плохо. Значит, всякое бомжеговно надо оставить. Вот, соберем еду. Соберем дорогие плюшки. Все. Пошли продаваться. Кто такой? Ну что вы докопались до меня? Не видишь, занят я. Меня в жизни не догонит, потому что я всего один. Хотя мне не очень прокачан этот, ну, путь, чтобы ходить. Очень быстро, но тем не менее, так как я один всего, то я хожу гораздо быстрее, чем эти вот толпы придурков. Все вроде, day old я продаю, это значит уже состарившийся, да, состарившийся виноград. Все оставлю только свежее. Day old продаю, day old продаю. Вот эти штуки, это сухпайки, они, так понимаю, вообще не портятся, им похеру.
Дай-ка подумать. Так. Реклейм. Реклейм. Вот так. И армор давай я этому продам. Просто денег у него не было, у торговца, и чё? Пришлось. Ну-ка еще раз, это что такое? Two-handed. Это какая-то, короче. Меч, короче, этого. Executioner. Ну, палача. 150, но это намного сильнее, чем у меня, но. Сколько у него рич 122, а у меня рич 183. У меня гораздо длиннее, понимаешь? Ну, 150. Правда, он стоит, блин. До хрена. Даже не знаю. И спит. У меня скорость огромная, понимаешь? Огромная скорость. Ладно. Просто может мне потом не попадется нихера такая штука прикольная. Но он может только рубить. То есть он колоть не умеет. А у меня может колоть. Ну на 30. На 30, блин, лучше гасит. Ой, даже не знаю. Даже не знаю. Давай-ка я продам фамильный меч. Он уже ни в какое сравнение не идет с тем, что у меня. Давай лучше я броню куплю. О, смотри, 160-95. Вот намного лучше. Female Orange Heavy Plate. Давай. О, такая штука. Так, за сколько я продал? За копье. Ну, потому что ну, торговля не прокачана, что ты сделаешь? Так, 130, это 150. Я должен заплатить 17 тысяч. Ну, учитывая, как мне легко все это досталось, это 160, это 150. Смотри, я могу маску взять. Хе-хе. Могу вот эту взять, 190. Но она такая убогая, ну, некрасивая. Ну, короче, мне пока хватит и так. 80, 80, 25, 35. 35. Короче, так пока оставлю. Все, в общем. Я собой доволен. Так, давай. Что еще раз? А, не, ничего. Давай как-то. А, блин, забыл этих самых скинуть. Где у меня тут был Ransom Broker? Есть такой? Нет, это. Блин, он свалил. Ну, конечно, свалил. А как же? Как же по-другому? Ты кто? Давай тогда этому отдам все это, да и все. Ну да, 100 монет, грубо говоря, получаю только, блин, жопа. Потому что она каждый раз мзду требует в 500 монет от меня. Вы серьезно хотите по шарам получить? Ну, даже не смешно. Мне просто неинтересно с ними сражаться, потому что у них нету никаких, этих, как они называются? У них никаких пленников нету, соответственно, я не могу освободить их. Так, давай я еще одну деревеньку ограблю. Деньги нужны. Go ahead. Да. Крестьяне хотят, чтобы я ушел. Вот, это мне уже больше нравится. И такая штука. Просто как прям две мерзкие доспехи какие-то, да? Или две мерзкие, как правильно. Я спрячусь в капусте, меня никто не найдет. Да хер там виноград. Ну где вы, крестьяшки, ну? Смотри, восстанавливается. Между битвами. Holy Hand Grenade. Открытое достижение. Нихера себе, мне еще и достижения подгрузились какие-то. Не. Просто мясорубка, ребята. Это вообще. Для тех, кто любит такие мясорубки, это просто кладезь. Я думаю, это пока последняя будет и деревенька, потому что что-то уже немножко наскучило деревеньки эти грабить. Надо будет уже армию набирать потихонечку.
Надо сейчас найти себе как по миру поскакать, найти себе приключений на жопу каких-нибудь интересных, какую-нибудь рубку вписаться. Ну куда ты, милая, ну. Бедняга. Да. Все? Все. Все, грабимость это дело, ну, блядь, как всегда. Здорово. Эта музыка будет вечной, но серьезно, но. Где вы, сволочи? Гребаные. Как они называются? О! Какая-то толпа. Я тоже так могу. Кидаются у меня, понимаешь? Ладно, продолжим. Что такое? Что за тормоза? Такой ответственный момент. Я не понимаю, что эти... Они правда, что ли, защищают этих? Грабители защищают деревенщин или что? Я, короче, конечно, не прочитал, потому что это и было написано. Что, типа, они просто к ним присоединились против меня плохого. Что ты, сука, ты не видишь, я в броне. Мне вообще похер, что ты там нажимаешь, блин. Я дорогущую броню купил на то, что как раз у вас украл, блин. Сволочи, сволочи, сволочи. Не понимаете, что ли, что... Я не тварь дрожащая, я право имею. С вами говорить о лето, бля. На! На! Все? У тебя что-то на лице, Алита. Так. Женщину берем. И фермеров. Ну ладно, и скумов тоже берем. Все? Кончилось. Так, ничего брать не буду. Бомжи они все. Так, так. Так, а, подожди, что я, дебил, что ли? Как это ничего не буду брать? Вот я дал. Короче, не буду я больше деревни грабить, надоело. Я уже тупить начинаю. Ага, во-во-во, вот, вот сюда, смотрите. Это уже силы тьмы вторглись, короче говоря. Нихера себе, 126 человек идет. Что такое вообще? Там много народу. Все за мной бегут. Сейчас они увидят какую-нибудь одну армию мертвых и разбегутся сразу. Смотри, 244. Нихера себе, кто это такие? Десерт-бандиты. Это, ну, вы поняли. Это, короче, пустынные бандосы всякие. Так, это кто? Еще бандосы. 303 человека. Так. А эта армия уже с Араницкого султаната ведет войну с мертвыми. Дуркубы, видите, мертвых захватили. Сколько там народу-то хоть? Я не вижу ни хера. В Дуркубе. Тинк-тинк-тинк-тинк. 1339 человек. И алиф у них есть. Знаешь, что такое алиф? Алиф это, короче, такая здоровенная, блин, избушка на курьих ножках, которая херачит, блин, бомбами здоровенными. У них по 300 человек, там, мертвых рыцарей, каких-то смешеров, блэкмастеров, големов. О, големы, кстати, это вообще жесть жесткая. То есть, вот это просто, вот, ну, это просто нереально победить в одиночку. Надо огромную армию собирать. Поэтому вот то, что я тут крестьян рублю, если может кому-то показаться, что это типа, да, ну, изи, что за херня. Нет, просто убрали всю вот эту лишнюю раскачку тупорылую в начале игры. Ты и должен крестьян рубить, ты, блин, рыцарь. Супер-пупер. А вот дальше уже попробуй разберись, как говорится. Ладно, давай посмотрим. И барон фон Десс там сидит. Они грабят деревню, да? Ага, тут все уже, блин, грабить нечего. Давай-ка я вот с этой толпой похожу и посмотрим. Че они вообще как? В лагерь, что ли, встать? Давай в лагерь встану. Кэмп. Wait here. Подождать чуть-чуть. Сейчас они ее грабанут и поскачут, а я с ними.
А, вот, смотри, толпа пробежала. Вот, Death Knight Raiders. Это вот эти вот мертвые, значит, мертвые рыцари, рейдеры. И они, посмотрите, сколько они захватили. Аж 266 человек у них. А у этого 300 человек. Охереть просто. Сейчас посмотрим. Если будет рубка, то я встану на сторону вот этих вот. Они их ссут, короче. Они их реально ссут. Они что, сейчас будут город брать, что ли? Так я тоже тогда. Не? Они убегают. Вы чё, алё? Я поверить не могу. Они реально убегают. Не, по-моему, рубка все-таки началась какая-то. Блин. Да-да-да, идет заруба. А эти, короче, не обращают внимания. Я, правда, не могу увидеть, где эта заруба идет. Кто там с кем сражается, алло? Что-то не видно, блин. А эти вообще как будто не обращают внимания. Подержу пробельчик. Они не дограбили, что ли, ее, или что? Я понять не могу. Или они ее грабят, блин, постоянно, только чуть-чуть она восстановится, они ее опять грабят. Караван нордов. Нихера себе он пришел. Далеко пришел. Кто там сражается? Понять не могу. Мне не показывают, вот что плохо. Так, бежит армия одна. Они не хотят с ней сражаться. Мне это очень удивительно, на самом деле. Куда он идет? К какому-то эмиру. Они его боятся, ёлы-палы. Подожди, дай посмотрю. Тревелинг. Бред. О! Бандитский лагеречек нашелся. Все разбежались, короче. Норм вообще. Что за люди? Так, теперь все за мной бегают, да? Шикарно. Куда он бежит? Он бежит за кем-то, хочет поймать. А все от него убегают. Я хочу, чтобы заруба началась, и я в нее встряну, естественно. Они все в Ахмераде, короче, спрятались. Так, здесь 36 человек. А, кстати, сколько я могу набрать максимум? Королевство Вигиры, королевство Кханата заключило мир. Ага, окей. Сколько я могу максимум набрать? 69 человек. Ну да, немного. А давай-ка мы поднимем этот момент. Лидершип я могу поднять, правильно? Каждый на 50 увеличивает, видали? Вот так аж до 3 я добавлю. Здесь увеличу интеллект. И т-т-т-т-т-т-т-т. Комбат тренинг вот этот вот я хотел, чтобы критануть, это можно. Давай еще лидершип тогда. И у меня еще два скилла. А два скилла я в тренера, наверное, буду, да? Та-та-та-та-та-та-та, да. Тренером. Вот так. И все в пушке. Пушки, 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 пушки. Ну это ненормально вообще, то, что они вот не хотят сражаться. Я же хочу, блин, вписаться, ёлы-палы. Тут куча. О-о-о-о. Заруба. Сколько их? 500 на 200. Слушай, ну им кирдык. Вообще без вариантов. Блин, за мной эти придурки бегают. Дезерт-бандиты. 200 человек за одной теткой бежит. Еще 200, еще 300. Идиоты. Дай-ка здесь подожду чуть-чуть. Так, убежал, да? Хорошо. Я потерял один динар, да? Плевать, у меня дофига динаров.
Так, там сражаются какие-то бандосы. Дай-ка еще подожду. Вот, в этом уже можно вписаться, мне кажется. Так, смотрим. 300 на 300, да, они сражаются? Ну, давай попробуем, что. Если что, же можно всегда отступить. Я буду сражаться за Эмира Радуна. А то, блин, если я буду сражаться за этих темных всяких тварей, то, блин, меня же ни в один город приличный не пустят. Так, где мне барахло продавать? Чардж. Давай посмотрим сейчас, как они там. Так, ага, понятно. Они, короче, вот Алиф, кстати, видите, сейчас будет бахать на этих самых. Давай я слезу, встану в строй. Ну чё, где армия мертвых? Алиф будет из пушки херачить. Видите, у него пушка торчит такая. Шли. Так, команда пошла немножко выдвинуться. И Алиф уже стрелять начинает, да? Кстати, на самом деле он уже кого-то, может, даже убил, потому что он очень далеко стреляет. Просто я отключил эти нотации. Видите, стрельба идет. Если обычные бичи стреляют, так Алиф-то и подавно. Сейчас они вломятся, конечно, жесть. Там очень сильные войска у этих самых. У мертвых. Окей, у меня нет сомнений, что мертвые выиграют, но я могу постараться им помочь, и тогда что-то получится. Там очень много вкусных плюшек, броня, всякое такое вот с мертвых падает. Потихоньку наступаем. Так, кавалерия. Они тоже особо не спешат. Ой, бля, что-то у меня плохое предчувствие. Дай-ка я вот здесь вот встану за лошадью. Смотрите, какие херовины какие-то швыряют. Короче, епта, вот так он на. Смотри, он вообще неубиваемый, что ли, сука, иди сюда. О, я его убил? Не, или не я? Не знаю. А, это свои. Так, где еще враги? Вот еще враги. Где эта сволочь? Цыкапка, а? С таким страшным, мразь, шлемом. Отлично. Это точно я убил. Так, это свои. А ну, верблюд. А, я не могу, да? Я не умею. Я тебе помог, чувак. Ух ты! Это, короче, какой-то этот скелетон. А ну. Ты куда делся, скелетон? Куда спрятался? А, вот это, сука, лежа. Сыкая мразь, а? Бля. Ёперный театр. Он подошел сзади и зарубал меня. Так, ваши потери нет. Как-то нет. Мне по башке дали. Продолжаем. Так, у вас есть 149 бойцов против 276. Это я не очень хорошо выступил. Так, смотрим еще. Что я потерял? Ничего не потерял. Все нормально? Нормально все. Давай еще раз попробуем. Конечно, у них преимущество. Что такое-то? И все, не дает мне, что ли? А, он сам убегает, я понял. Я понял, он решил, короче, ну нахер. Этот теперь меня не любит и будет за мной бегать. Иди-ка ты в жопу. У него есть големы? Не знаю. Охереть, по 300 человек, блин, бегают эти, как они называются. Бандиты. Отвалите от меня, сволочи, блин, вы что, и совсем с ума сошли? Бегать за одной теткой
Хотя тетка красивая, конечно. Олетка-то у меня, ну, ого-го. Известная тетка. Ладно, мне нужен какой-то план, блин. Не шеребится. Может податься, я не знаю, на север. И забить на это дело уже. Начать на набор нормальный. Потому что вот эти 200, блин, рыл. Это просто какая-то жесть. Посмотрите на это дело. Надо уже набор вести, короче. Таскать их с собой, там, тренировать и все такое. О! Видали, я вообще всю толпу за собой собрал. Это вообще нормально, как считаете? Блять, еще один. Их вообще тут бесконечное какое-то количество бандитов этих. Ладно. Уговорили, я отступлю. Хотя вот тут, насколько я знаю, степных бандитов не меньше, блин. Да? Мрази. Сейчас развернусь, когда, блин, десерт хорд, блин. И смотри, здесь идет Pack of Villains, лутеры, скумы, блэкгварды, деспирадо. Ну, такие уже непростые ребята. Ну, я думаю, что справлюсь, но, блин, да ну их нахер. Вот, честно. Что у меня есть на продажу? Да ничего особенного. В общем, ладно, на этом я пока закончу эту серию. Давайте там, что как, напишите. Может быть, что мне делать лучше. Пойти наверх развиваться, как обычно, или еще попробовать куда-нибудь вписаться, поугарать. Если понравилось, ставьте лайки. Это был Кот, Mountain Blade, Warband, мод Blood and Steel. Всем спасибо, всем пока.